Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. Сегодня мы с вами наконец-таки, ребята, в обновлении, которое вышло у нас 12 числа. Это день, ребята, космонавтики у нас сегодня празднуют из Автанк Онлайн. И, в принципе, в этот день нам, как разработчики обещали, добавили, типа, лунную тишину, еще много карт с необычной гравитацией. Нет. Короче, ребят, ничего не добавили они, никаких карт новых не вводили. Единственное, что они сделали, это взяли и они добавили на все абсолютно карты гравитацию. Ну, в принципе, я не знаю, это правильное решение или нет. Мне все-таки хотелось увидеть старую добрую лунную тишину, то есть с ее всеми бортиками, с ее всеми прикольными изменениями. По факту там, ну я не знаю, небольшого такого изменения не было, конечно же, там та же была практически тишина, но только там все равно, я не знаю, на той тишине как-то там и бортики по-особенному были там, то есть и были моменты, на которые можно залезть просто вообще на изи, и это все равно, это была лунная тишина, это было прикольно, хоть здесь у нас и добавили такой, я не знаю, при создании битвы режим, он называется космос. То есть все прикольно, да, все так, все действительно такая же у нас просто безумная, я не знаю, гравитация, которую просто, смотрите, я дико лечу, и мне, в принципе, на все, грубо говоря, насрать, потому что я, мать его, летаю, я летающий в аспике, я все могу, вот, но, ну, блин. Я не знаю, короче, ребята, я не знаю, что с этим делать, но для меня как-то это все равно не так. То есть, я понимаю, что это на этой карте я уже очень много играл на основных серверах. Я понимаю, что эта карта, блин, та карта, которая у нас была и есть на основных серверах. Просто как бы здесь у нас немножко изменена, получается, что? А, изменена у нас, вот эти, я не знаю, оформления в плане неба. Вот, и все, единственное, что у нас поменено, то есть остальное все у нас практически то же самое стало. Блин, не знаю, я почему-то сюда не могу залезть, как-то очень странно, до этого, в принципе, пробовал. И у меня все получалось довольно-таки на изичах. Нет, нет, я просто взял и убежал. Я, короче, ребят, не знаю. У меня с этим обновлением, конечно, двоякое такое мнение сложилось. Вроде как бы все прикольно, вроде как бы все у нас, что и обещали разработчики, да, что типа вот лунная тишина, все дела, там гравитация будет безумная, да, все прикольно, но по факту, я не знаю, стоило ли добавлять вот эту, именно вот этот режим на все абсолютно карты, стоило ли это делать, то есть не просто ли создать там, например, какую-нибудь ту же самую лунную тишину, да, которая у нас была до этого в Танках Онлайн, и просто взять и бахнуть ее, добавить опять же старую, чтобы было две вариации вот этой тишины, новая и старая, и, по-моему, было бы прикольно. Я не знаю. Я вот этого, по крайней мере, ждал от Танчиков Онлайн, потому что я именно хотел, знаете, поиграть на старой карте, потому что там, ну, как-то своя атмосферность была. Не было вот этой дебильной добавления ненужной, вот эти текстур, короче, которые в киллзоне. Но это абсолютно тем ненужное было. Здесь можно было ехать и, я не знаю, вот этой, короче, шляпы усатой, идеально, просто идеально. Я взял и перевернулся на ровном, мать его, месте. Вот эта шляпа, где я сейчас был, там ее, по идее, не было. Ну, в принципе, что я вам говорю, просто зайдите, я не знаю, вы смотрите видосики. Я также в своем видосе вставлял этот фрагментик, получается, с какого-то канала.
Вот, где я там, в принципе, показывал то, что немножечко по-другому у нас это все выглядело, и лунная тишина у нас была тоже немножечко другая. То есть, я не знаю, у меня немножко такие двоякие чувства, я вроде как бы и счастлив, но с другой стороны, я вроде как бы и расстроен, даже не знаю почему, потому что, ну, вроде как бы все есть, гравитация безумно есть, а с одной стороны, как-то, ну, как-то так. Как-то так, действительно. И еще с этим обновлением, ребята, у нас внесена, точнее, правка в режим, а точнее в карту. Это безумие. То есть безумку нам, ребят, тоже поменяли. И сейчас вы увидите как. Ну, не знаю, может кто не играл, но я вам сейчас покажу то, что у нее убрали полностью нижнюю платформу. И добавили здесь много, ну немного, немножко добавили проходиков новых. Это, на мой взгляд, тоже довольно-таки прикольно. Теперь хотя бы не нужно будет, знаете, вот это страдать фигней, то, что ты заходишь на безумие и не можешь по факту спрыгнуть вниз. Хотя это и убирает фишку данной карты. То есть безумие, оно на то и должно называться безумие. Например, когда флаги были снизу, и их нужно было таскать именно по низу, а рез по идти, а всегда вверху. И чтобы эти как раз таки флажочки перетащить, нужно было так попотеть, нужно было так свою жопу поднапрячь, что это нереально было. И в натуре безумие, оно и называлось безумие, там, я не знаю, не всякий пойдет на эту карту играть. А в принципе сейчас, ну это можно даже сказать, какого-то рода Монте-Карло, только с большими проездами, с большими всякими подъемчиками, с какой-то большей запутанной системой. Это в натуре больше похоже теперь на Монте-Карло, потому что ничего такого особого нету, криминального, критичного, и не знаю. Я опять же не знаю. Мне, по крайней мере, такси. Конечно, что-то новое, когда меняется, это всегда интересно. То есть, будет посмотреть, как это все будет, как бы это будет играбельно, нет. Опять же, новые всякие подъемчики, новые фишки на этой карте. Нужно будет глянуть прям вообще по страшной жести. Ну, смотрите, я бы сейчас, если на старой карте, я бы ехал, здесь бы опять спустился, я туда уехал, я не знаю, опять фигней там всякий страдал, маялся, пытался съехать конкретно таки, вот этого вроде бы, проходика тоже не было, мазафака, мазафака, бич. Не, ну все-таки гравитация, да, она прикольная, гравитация, она веселая, она здравая, мне она нравится, да, это все четенько, блин, ну вот еще бы вот карту бы, вот, было бы все вообще просто белиссимо, знаете, все, вот все бы то же самое сделали, все бы то же самое, и вот сделали бы, я не знаю, карта такой, старая лунная тишина, или там... День космонавтики, это была бы старая лунная тишина. Я не знаю, никто бы, наверное, из танкистов вообще ни капельки не обиделся. Потому что как раз таки в обновлении они писали то, что типа, вот игроки, вот что-то кому-то удосужилось поиграть там пару лет назад на лунной тишине. И сейчас у них типа есть прекрасная возможность опять же сыграть на этой лунной тишине, на лунной карте. Что все было вообще четенько, замечательно и обворожительно. Но по факту как бы нихера. Нет возможности такой сыграть. Потому что опять же переходишь в режим создания битвы. Жмешь создать. Начинаешь листать, Александр, Скорим, Арена, все абсолютно старые карты, я даже на видео еще раз пролистаю, не знаю, может быть они потом добавят, конечно, эту карту, хотя навряд ли, я сомневаюсь, что они ее добавят. Я вот так листаю, и нету ничегошеньки. Вот, и последнее, что я хотел показать, это карта, ой, не карта, а краска, которую они добавили, опять же, на День космонавтики, что ж я за невезучий человек такой, почему-то краска такая, прям говняцкая, это обычная белая краска с каким-то, не смотрите, вот я, давайте, например, корпус другой одену, окей, может быть, на корпусе это не так видно, ну, допустим, вот так, ладно, вот, эта краска, перехожу, одеваю мою суперскую белую краску, которая у меня тоже есть в гараже. Хоп! Пропадают эти красные точечки и все.
по факту ничего не меняется. Хотя мне вроде как писали, что у нас будет эта краска больше похожая на краску луноход, что ее может быть приобрести за реальные деньги, но по факту нельзя ее приобрести за реальные деньги, потому что краска у нас продается только за кристаллы. Праздничного пакета у нас нихерашеньки нету, и это, в принципе, печально. Ладно, короче, ребята, будем заканчивать наше видео. Немножко я опечален этим всем делом, но думаю, у нас все и так получится. Так что приходите сегодня на стрим. С вами был Вайдер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.